Возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика в лагере «Солнечный берег» в Избербаше. Напомню, трагедия произошла 13 сентября. По данным следствия, ребенок несколько раз обратился в медицинский пункт с жалобами на головную боль и тошноту, где ему сделали промывание желудка и дали лекарства. Ночью состояние мальчика ухудшилось. Работники лагеря отвезли его в больницу, где спустя несколько часов он скончался. Следственные органы, Следственный комитет